heard someone back at John Mountain. Look out, mister. People say there's treasure out by hanging rocks. И я могу сказать вам, без всякого сомнения, что чудотворные лекарства — это вам не шутки. Я желаю вам приятного дня, сэр. А, мистер Марстон, приятно вас видеть. Как поживаете? Я в порядке, мистер... Мистер Уэст Диккенс. Найджел Уэст Диккенс. Из Чипа, Лондона, Нью-Веверли, Нью-Йорка и Армадилла, Нью-Остин. К вашим услугам. К моим услугам? К услугам всех. К услугам науки, знаний, жизни. Как ваши раны? Намного, намного лучше. Но опять же, как иначе? Как иначе? Я знаю лекарства от всех болезней, мистер Марстон. Уверен, что знаете. И уверен, что всего $2 за унцию. Я могу жить вечно. Но для вас, сэр, я могу сделать скидку. $1.85 за унцию, если купите 100 унций или больше. Это очень много бессмертия. Да ладно тебе, старик. Для тебя мистер Уэст Диккенс, парень. Хватит, старик. Слушай, Марстон, я на мели. Но это хорошее средство. Оно работает. Мне нужен такой здоровый молодой человек, как ты. Давай вместе проедемся к моему новому покупателю в Ричвуде, а я тебе все объясню по дороге. Ладно. На ферму Ричвуда. Больные и немощные нуждаются в нас. Ох уж эта жизнь странствующего спасателя душ. Я слышал про вас, мистер Уэст Диккенс. А я слышал про тебя, Джон Марстон. Отбираешь у слабых и легковерных их кровно заработанные деньги. Мой дорогой мальчик, это ты легковерный, если позволишь мне такую дерзость. Прислушиваешься к такой несусветной чуши. Да ты похуже коня, у которого резь. Я был благословлен красноречием. И за это я не стану извиняться. Но эликсиры Уэста Диккенса говорят сами за себя. Тысячи моих довольных клиентов подтвердят это. Люди, которые хотели тебя убить, не были довольны. Если мой эликсир — это фикция, как ты тогда объяснишь, что я нахожусь в подобном здравии? Прошлую нашу встречу я стучался в дверь к смерти. За это нужно благодарить доктора. И я могу предположить, что это больше была актерская игра. Я могу играть, Джон. Самый убедительный Отелло, которого видел этот мир. И ты тоже можешь сыграть, например, Яго или Кассио. Не нравится мне это. Зрелище, Джон. Фанфары, поклоны. У нас серьезная конкуренция на рынке. Наш продукт должен выделяться. И как это все ко мне относится? Мы используем твои таланты, которые тебе даровал Господь, в нашу пользу. Я начинаю сожалеть об этом. Я высажу тебя за пределами Ричвуда. Так не будет выглядеть, как будто мы приехали вместе. Как только я все подготовлю, просто затеряйся в толпе, которая обязательно соберется. В итоге, я приглашу тебя попробовать мой тоник. После того, как я все в красках распишу, я попрошу тебя сотворить небольшое чудо на потеху платежеспособной толпе. Например... Ничего необычного для человека, который занимается тем, чем ты. Я тебя уверяю. Лучше тебе выйти здесь, мой дорогой мальчик, чтобы никто не увидел, что мы прибыли вместе. Скоро увидимся. И помни, зрелище. Сюда, друзья мои. Вы поразитесь тому, что я вам хочу предложить. Добро пожаловать, всем добро пожаловать, вы не пожалеете. Друзья, трудяги из Чола Спрингс, подходите, подходите.
Вы страдаете от ревматизма, радикулита, у вас острая хроническая боль в области поясницы или воспалительный процесс? Что ж, я представляю единственную компанию, которая делает гениальный продукт, который лечит головную боль, невралгию, ушную боль, зубную боль, боли в спине, отеки, растяжения, боль в груди, заболевания горла, проблемы связок и мышц, восстанавливает нервные клетки, лечит жесткие суставы, вывихи, смещения, порезы, ссадины и добавляет выносливости и силы здоровому мужчине. И ты можешь это доказать, старик? О, я уверен, что среди вас есть покупатель, который может доказать качество, выпив прямо сейчас. Вы, сэр, идите сюда, подходите. Вот это я понимаю. Леди и джентльмены, смотрите внимательно. Этот бедный, терзаемый волонтер, который мне абсолютно не знаком, продемонстрирует эффект от запатентованного тоника доктора Веста Диккенса. Будь вы ковбоем или атлетом, этот чудотворный эликсир, разработанный с помощью мудрости Востока, расслабляет ваши мышцы и связки. Он придает чувство омоложения и силу всему организму. Вы скажете, невозможно. Что ж, больше не сомневайтесь. Вера может горы свернуть, но дело тут не в вере. Я человек науки, и сегодня наука будет доказана. Твое зрение сильно улучшилось, не так ли, друг мой? Но раз ты так говоришь, именно так, вы его слышали. Вы самый настоящий спортсмен, сэр. А теперь посмотрите вон на то крыльцо. Если вы прищуритесь, вы сможете увидеть череп, который висит там. Давай, друг мой, выстрели в этот череп и покажи, какое чудесное зрение теперь у тебя есть. Великолепно! Орлиное зрение. И все благодаря запатентованному тонику доктора Веста Диккенса. Любой мог также выстрелить. Это все подстава. Если у тебя теперь такая зоркость, может быть, попадешь в мою шляпу в воздухе? Друзья мои, человеку, выпившему тоник, бросили вызов. Он должен будет попасть в шляпу этого господина, брошенную в воздух. Вы можете обмануть этих людей, но меня вы не обманете. Хорошо. Проверим твое зрение на подвижной цели. Приготовьтесь. Сейчас он ее бросит. Да вы подлые, как змеи. Вы когда-нибудь видели подобное зрение? Узрите силу эликсира. Настоящее чудо. Эй, эй. Что, ты думаешь, можешь наделать дырок человеку в шляпе и просто так уйти, да? Что ж, здесь так дела не делаются, мистер. Ну давай, ты мужик или нет? Нашему волонтеру только что предложили кулачный бой. Да начнется бой. Ну давай. Обычно я руками не дерусь. У него сила быка. Скажешь, когда? Вот она, скептики и неверующие. Неоспоримая правда. Не дайте этой возможности ускользнуть от вас. Ты просто так дашь ему уйти? Вон он, вон там. Сделай его. Сейчас все закончится. Осторожно, у него ствол. Кем ты себя возомнил, черт возьми? Ты отсюда живым не уйдешь, незнакомец. Моя рука. Чудесный выстрел, мой мальчик. Смертоносная точность, которую можно достичь только с помощью эликсира Веста Диккенса. Подходите, у меня много, на всех хватит. Черт, я почти его сделал. Да ладно, ты в порядке будешь, давай с дороги. Эй, а ты это куда? Дайте мне эликсира. Ну ладно, думаю, может быть и попробую. Что ж, мне кажется, все прошло довольно хорошо, да?
Я просто рад, что моя обычная работа — это преследовать угонщиков скота или убийц, а не таких, как ты. Не говори так. А теперь, извини, но нам нужно прощаться. Мне пора возвращаться в реальный мир. Подожди, я думал о твоем трудном положении, и кажется, у меня есть идея. Думаю, я смогу стать твоим хитрым Одиссеем. Бойся греков, дары приносящих. Вильямсону лучше остерегаться. Мы из них троянцев сделаем. Я тебя не очень понимаю. Я хочу, чтобы ты повидался с моим старым другом Сетом. Он может показаться немножко странным, но я уверен, вы найдете общий язык. Его частенько можно найти в часовне Кута. Он очень набожный. А зачем он мне? Потому что мы с ним сможем тебе ворота открыть. И войдешь прямо внутрь. Прямо как в великом произведении Гомера про Трою. Прости, ты Сет? Ты кто? Друг мистера Веста Диккенса. Меня зовут Марстон. Джон Марстон. Прощай, Джон Марстон. Был очень рад познакомиться. Мне нужна твоя помощь, Сет. Нам нужна твоя помощь, мне и мистеру Весту Диккенсу. Давай я тебе честно скажу, партнер. Я ненавижу людей. Из-за людей я и угодил в эту переделку. Какую переделку? Посмотри на меня, посмотри. Роюсь повсюду, ищу карты, наполовину свихнулся. Я 6 месяцев не мылся. Волосы выпадают, крыша поехала. Что случилось? Что случилось? Мой партнер. Он украл половину моей карты. Я бы с ним никогда так не поступил. Никогда. Посмотри на меня. Кто это сделал? Мой партнер. Мой парень, мой человек. Моузес Форд. У меня даже сил нет сказать тебе, что бы я сделал ради этого человека. И что бы я с ним сделал сейчас. Но почему? Потому что он украл половину моей чертовой карты. И что это за карта? Карта, партнер. Карта, которая указывает, где это. Где что, друг? Я тебе этого не скажу. Не скажу. Не заставляй меня говорить, партнер.
Это мое, все мое. Конечно. И где сейчас этот Моузес? Он в Бенедикт Пойнт. Законники взяли, могилы копал. У некоторых людей, у них другие ощущения. Но не у Мозеса. Мы с ним одинаковые. Две половинки одного целого. Что ж, идем, Сет. Повидаем Мозеса, вернем твою карту. Тогда, может быть, ты поможешь мне. Ладно, партнер. Пошли. Лошади здесь. Как ты мог пасть так низко? Разорять могилы, наживаться на мертвых. А лицемеры, все вы. Хочешь сказать, что живых обирать лучше, а не трупы? Им уже все равно. Этих людей похоронили, чтобы они покоились. Ты ничего не знаешь. Я разговариваю с ними тогда, когда о них уже давным-давно все забыли. Я говорю им, что это нормально бояться в одиночестве. Я принимаю их вонючими и прогнившими. Я в свое время встречал больных ублюдков, Сет. Но ты... Ты особенный. Люди всю жизнь холодные и бессердечные, а для меня становится теплее, когда они на самом деле холодные и бессердечные. Уверен, даже для тебя в этом есть смысл. Вообще-то нет. В любом случае, мы вообще живем. Ты существуешь вне моего разума. Может быть, мы видим один и тот же сон, и когда мы проснемся, мы умрем. Похоже, что я действительно в каком-то кошмаре. Ты смотрел в пещере, Сет? Нет, там очень темно. Что ты сказал? Я ничего не говорил. Я только что слышал, как ты сказал. Да ты безумец. Тебе бы голову проверить. Сет, мне нужен человек, который провезет повозку в Форт Мерсер. Мне сказали, ты поможешь, но я даже не уверен, что ты знаешь, какой сегодня день. Я и не знаю. Я даже не могу сказать тебе, какой сейчас год. Я знал, что это трата времени. Итак, ты охотишься на Билла Уильямсона, не так ли? Ты знаешь Билла? О, да. Я встречал Уильямсона и Дика, всех этих ребят. Иногда они зовут меня, когда нужно сделать какое-нибудь особенное дело. У меня репутация человека, который занимается делами, которыми другие не будут заниматься. Вот в это я могу поверить. Думаю, ты без проблем сможешь туда попасть, если поможешь мне найти эту карту. А что такого важного в этой карте? Ничего особенного. Просто невообразимые богатства и типа того. Искра надежды, которая зажгла пламя, которое я теперь не могу затушить. Я так и думал. Очередной охотник за сокровищами, который потерял все в бесполезных поисках. О, я все потерял, партнер. Свою жену, своих детей, свой бизнес. Ну туда им и дорога. Я не ем, я не сплю, я не моюсь, и мне наплевать. Я знаю. Я отсюда тебя чую. Раньше дело было в деньгах. А теперь, я даже не знаю уже, кто я. Я вижу себя, но словно смотрю на кого-то другого. Только это я. Понимаешь? Может, пора тебе просто жить дальше? Я не могу остановиться. Я полностью поглощен. Никакой разницы между ночью и днем. Хорошо, вот это место. Давай остановимся и придумаем план. Насколько я знаю, Мозеса держат в той хижине. Там несколько законников охраняют снаружи. Сможешь отвлечь их, чтобы я проник внутрь и устроил небольшие переговоры с этим сукиным сыном? Уверен, я что-нибудь придумаю. Что-то явно пошло не так. Уведи их подальше от хижины, куда-нибудь за тот холм. Это просто ужасное поручение. Даже не думай трогать эту лошадь.
Быстрее, мне нужно найти эту карту. Неплохо ты избавился от этих клоунов. А теперь смотри в оба на случай, если они вернутся. Мозес! О, Мозес! К тебе посетитель! О, Господи, Сет! Они меня повязали! Это не моя вина! Отвали от меня, черт побери! Догони этого ублюдка! Но он мне нужен живым! Да оставь меня в покое! Не верь Сету! У него крыша поехала! Да будь ты проклят! Зачем ты это делаешь? Мы разделим все поровну. Мы с тобой. Что бы он тебе ни сказал, это ложь. Ну погоди, вот я высвобожусь. Сколько бы он тебе ни платил, я удвою. Ты думал, я не найду тебя, Мозес? Мозес, сукин ты сын! Где моя чертова карта? Будь ты проклят, Сет, будь проклят! Ты всегда был поехавшим уродом. Я тебе ни хрена не скажу. Тогда я разрежу тебя кусочек за кусочком. Пока не заговоришь. Друг, этот человек полностью безумен. Предлагаю прислушаться к моему совету и начать говорить. Заткнись, Марстон! Я хочу порезать плоть этого человека. Живых до этого еще никогда не резал. Кладбище Олдфеллоу. Это на кладбище Олдфеллоу. А теперь отвали от меня раз и навсегда. Ну разве это не печально, черт побери? Я уже начинал этим наслаждаться. Мне кажется, что ты обоссался, Мозес. Эти законники повесили награду за твою голову. Лучше с этим разобраться. Не стоит давать закону дышать в спину. Денег у меня нет, но у меня есть оправдательное письмо. Вот, возьми. Ты заработал, помог с Моузесом.
Идем. Мы можем оплатить с помощью телеграфа. Идем, нельзя тратить время. Иди поговори с этим парнем, и покончим с этим. Ох уж эти чертовы охотники за сокровищами. У меня здесь оправдательное письмо. Давай, отдай ему это письмо и убираемся отсюда. Что ж, мистер, спасибо за помощь. Не стоит расплываться в благодарностях, Сет. Просто помоги мне, когда попрошу. Без проблем, мистер. Эй, ты! Там какие-то бандиты! Они убегают от нас! Схвати их или пристрели! Становись спонсором прямо сейчас. Некоторые уже поддерживают ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я тоже поддерживаю ВХСника. Они поддерживают ВХСника. А ты? Вступай в ряды спонсоров и помоги выжить каналу. Спонсорство — гарантия получения контента.